Привет, Фредди. Это у нас дождевочек и земляной. Это у нас гермафродиты. Это обозначает, что они бесполые. Их размер варьируется от 2 сантиметра до 3 метра. У них есть маленькие щетинки, которые им помогают иногда ползать на высокие высоты. Кстати, черви они иногда в фильмах ужасов показывают. Черви австралийцы их едят. Аборигены. Австралийские народы тоже их едят. У нас тут есть кокон. Он белого цвета. Это похоже на червяка. Они используют бесполость, чтобы обозначить, что то сильнее. Черви идеальные купацы, как кроты. Они едят почву своим маленьким ротиком. Если их разделить на 2 части, тогда это будут 2 червяка. Кстати, у них красная кровь, как у людей. Обитают в Африке, ну, во всех континентах. Ну, в странах некоторых их едят. И в Японии их залечивают раны. Время дождев они вылазят на сушу. Кстати, кокон проживает несколько дней или недель. От 2 недель до 4 недель. Пока зрите, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всего доброго, зрители!